Победители и финалисты всероссийского конкурса «Большая перемена» из разных регионов страны в рамках проекта «Больше, чем путешествие» посетили Калмыкию. Уникальный маршрут был выбран участниками познавательного тура и не оставил равнодушным ни одного юного путешественника. Школьникам были представлены обзорные экскурсии по республике, различные мастер-классы, а также знакомство с калмыцкой кухней. Это просто потрясающе. Я не знаю, здесь, во-первых, жарко очень. Ну, сильно от Ростовской области не отличается, но все равно такое приветливое солнышко. Мне это очень нравится. Природа, эти степи бескрайние, это потрясающе. Вот, и люди очень добрые, хорошие. Мне очень нравится. Очень нравится. Вот. Я из соседней области, из Волгоградской, там тоже так жарко. Вот. И очень интересно познакомиться с иной культурой, узнать что-то новое. Особенно запомнились очень много храмов религиозных, вот сегодня, допустим, были. Вот, все очень интересно, про Будду рассказывали. Очень интересно, с семьей, допустим, хотелось бы еще раз приехать, побывать.